Бортрадио на фестивале «Платформа». Ведущий Бортрадио всегда везде. Слушайте нас в интернете на канале Bart-radio.net. Звук мы отстраиваем вот уже как 15 минут и продолжим настройку. А на сцену выходит наш большой друг, автор и исполнитель из города Брянска Валерий Епифанов. Летит и крутит шарик наш земной, и мы с тобой того не замечаем, что мы ему немного помогаем. Толкаем мы дороги из-под ног, нам звезды светят яркие огни, и мы с тобой того не замечаем, что жизнь уходит только эти дни. Лишь эти дни потом мы вспоминаем. Рюкзак уже прирос к моим плечам. Я с ним брожу, наверное, полжизни. Усталость навевает всякие мысли и тянет повернуть к родным местам. Привычно щелкнет фотоаппарат, и в голове мелькнет: когда-то вспомним, как нас с тобой мучила жара, как души сердцем чуяли истому, а ночью наш костер, ночи маяк. С гитарой в унисон о нас расскажет, как много нами пройдено дорог, и сколько их под ноги наши ляжет. И не закончив этого турне, в котором мы уже почти полгода, мы будем строить замки на песке. Какой пойти нам следующей дорогой, и не закончив этого турне, в котором уже почти полгода, мы будем строить замки на песке. Какой пойти нам следующей дорогой. Па-да, па-па-па-да, па-па-па, па-да-па-па, па-па-па-па-па-да. Бонжур, мусье, ну вот я вышел, покинув праздничный обед. В одной руке кулечек вишен, в другой нескромный пистолет. А день прекрасен и торжествен, а нам стреляться неужели? Прошу прощения у женщин за эту глупую дуэль. А вокруг кружит весна, а в окне стоит она. Но, видать, нам не судьба видеть, как горит луна. Друзья не скажут мне, куда ты, они чеканны и честны. И тихо стынут секунданты, и громко тикают часы. И жизнь моя уже конкретна для пистолетного огня. И санитарная карета за поворотом ждет меня. А вокруг кружит весна, а в окне стоит она. Но, видать, нам не судьба видеть, как горит луна. Опа-да, па-да-па-па, па-па-ра-па-па-да, па-па-да-па-па-па-па, па-па-ра-па-па-да. И вскоре медики измерят мое холодное чело, и жизнь тихонько мне изменит, но не изменит ничего. И кабы дал мне жизнь Всевышний, и вновь вручил мне пистолет, я б точно так же лопал вишни и целил просто в белый свет. А вокруг кружит весна, а в окне стоит она. Но, видать, нам не судьба видеть, как горит луна. Опа-да, па-да-па-па, опа-да.
па-па-ра-па-па-да. Уа-па-да-па-па-ба-пай. Уа-па-па-ра-па-па-дай. Это были мои полностью песни. А сейчас то, что... Где частично? В реке, омывающей берег, в зеленом лесу за рекой, и рыбе, и всякому зверю для отдыха нужен покой. Летит перелетная птица, родные найти берега, и путник озябший стремится на свет своего очага. И теплое логово волчье мохнатую манит родню, и мы собираемся молча и тянем ладони к огню. Спеши же, охотник усталый, тобою покинутый дом. Цветок распускается алый под черным кипящим котлом. Забыты тревоги и муки, близка долгожданная цель, где женские нежные руки тебе застилают постель. И осень звонит колокольцем на смену холодному дню, и мы собираемся молча и тянем ладони к огню. И мы собираемся молча и тянем ладони к огню. И мы собираемся молча и тянем ладони к огню. Раз. Для нас выступал Валерий Епифанов, город Брянск. Аплодисменты. Гитару отключаем. Сцена Бортрадио на фестивале «Платформа».